Здравствуйте! Всем известно, что гипертония представляет собой широко распространенное сердечно-сосудистое заболевание. От гипертонии в настоящее время страдает каждый пятый житель нашей Земли, и это хроническое заболевание. В народе накоплено немало народных рецептов, помогающих при гипертонии. В качестве снижения давления народными средствами чаще всего используют лекарственные травы, чеснок, лук, ягоды, хрен и другие растения. Рецепты от гипертонии. Первый. Берем 4 ложки измельченных сухих или свежих плодов ягод калины и по 2 столовых ложки травы сушеницы топяной и лапчатки прямостоячей. И все это смешиваем. Завариваем 2 столовых ложки этой смеси 2 стаканами кипятка и настаиваем не менее 30 минут. Цедим и принимаем по 2 столовых ложки в день 2-3 раза до еды за 30 минут. Второе. Берем 4 столовых ложки плодов тмина и 2 столовых ложки травы белой омелы, а также по 1 столовой ложке плодов боярышника, измельченного корня валерианы и боровинка. Из этого сбора берем 3 столовых ложки и завариваем 2 стаканами кипятка. И в эмалированной посуде доводим до кипения на водяной бане, после чего даем остыть в течение 3 часов. Цедим и принимаем по 100 грамм в день 2 раза после еды. Третье. Для снижения давления хорошо помогает сбор по 2 столовые ложки пустырника, измельченного корневища валерианы лекарственной, плодов аниса, тысячелистника. Берем 2 столовые ложки этого сбора и завариваем стаканом кипятка и оставляем на час. Цедим и принимаем по 1 третьей стакана в день 3-4 раза. Четвертое. При гипертоническом кризе берем по 2 столовые ложки сухих плодов черной смородины и измельченных сухих плодов шиповника. Засыпаем в термос и заливаем 1,5 стакана кипятка. Настаивается в течение не менее 4 часов. Затем цедим и принимаем по 1 трети стакана не менее 5 раз в день. Пятое. Для очищения кровеносных сосудов и предотвращения образования холестериновых бляшек берем по 1 чайной ложке оливкового масла и свежеотжатого лимонного сока. Пьем это средство утром натощак, запив его небольшим количеством теплой кипяченой воды. Шестое. Для стимуляции сердечной деятельности. Нарезаем в стеклянную посуду 2 головки очищенного чеснока. Добавляем туда неполный стакан свежего сока алоэ и 1 чайную ложку светлого меда. Все хорошо перемешиваем и на 3 дня ставим в холодильник. После цедим и принимаем по 1 столовой ложке в день 3 раза после еды. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!